Привет, это продолжение обзоров нового интерфейса Картин ТВ, и в этом выпуске я расскажу, как еще удобнее пользоваться каналом. Например, канал «Наука». Мой любимый канал, очень часто его смотрю и вам рекомендую, пополняя словарный запас, в моем случае это проблема. Вернемся к серьезному разговору, так вот, канал «Наука». Если я на своем пульте нажму на кнопку «Вверх», вы можете это тоже сделать прямо сейчас, либо чуть позже, когда закончите просмотр. Нажимаете «Наверх», в верхнем углу экрана появляется всплывающее меню, и там есть 4 очень полезных кнопки. В нашем случае первое, о которой хочу рассказать, это сердечко. Почему сердечко? Потому что любимый канал. Потому что, нажав на сердечко, вы его добавляете в категорию «Избранное». Таким образом, этот канал появляется в общем меню категории каналов в папке «Избранное», и когда вы включаете приставку, вы туда заходите и тут же находите свой канал. В данном случае «Наука HD». Ну и, как говорится, от любви до ненависти один шаг, поэтому если вы канал хотите удалить из избранного, достаточно опять же нажать кнопку «Вверх» на вашем пульте, в появившемся верхнем всплывающем меню найти сердечко и еще раз на него нажать. Оно перестает быть заполненным, именно по этому индикатору вы поймете, что канал удален из списка избранных. Этот обзор мы писали чуть дольше, потому что с оператором отвлеклись на телеканал «Рыбалка и охота», программа «Рыбалка без границ». Очень сильно понравилось, и сразу после рабочего дня хотелось бы посмотреть еще. Так вот, для этого существует еще одна возможность. На вашем пульте вы нажимаете кнопку «Вверх», опять же попадаете в всплывающее меню с верхней стороны, выбираете четвертую позицию, называется она «Другие выпуски». Заходим и, собственно, попадаем в меню архива. И вот они, другие выпуски программы «Рыбалка без границ», которые уже содержатся в архиве в течение 2 недель. В общем, смотреть не пересмотреть, и чем заняться на выходные, я уже знаю. Еще одна удобная возможность, опять же, в всплывающем меню в верхней части вашего экрана при нажатии кнопки «Вверх» на пульте. Эта возможность называется «Следующая передача». Чтобы не искать, не выходить в программу передач, именно здесь вы можете нажать 3-й пункт «Следующая телепередача». Нажимаете и автоматически уходите на новую программу, которая, опять же, хранится в архиве. Очень важно, эти функции работают только когда вы смотрите телевизионные программы в архиве. Представьте, вы сели посмотреть телевизор, включаете любимый канал «Золотая коллекция Мосфильма», и идет фильм, который вам нравится, но не сначала. Так бывает достаточно часто. Для этого вы на своем пульте нажимаете кнопку «Вверх», в верхнем всплывающем меню есть кнопка, очень удобная, называется она «Смотреть сначала». Пожалуйста, начало фильма, и вы ничего не пропустили.